Начинаем прямой эфир. Не знаю, зайдите. Давайте в перископе портуалет, может, какая-то. Не мотай резко. О, Латкина зашла. Латкина проснулась. Лена, привет. Вот, в платьишках стоим. Сейчас девушки переоденутся и пойдем фотографироваться. Вот наш парень. Дима стесняется. Я тоже стесняюсь. Тогда покажем. Тут варят вкусный кофе. Очень уютная кофейня. Привет. Привет. Очень уютная кофейня. Здесь камин. Горячущий такой вообще. Такой настоящий. Не знаю. Нет. Вроде бы нет. Вот тут Рождеством пахнет. Варит очень вкусный свежий кофе. Мы вас рекламируем. Тут уютно, как дома. Кофе, кофе. Офигел. Не угадали, да? Я так и думала, что не угадаем. Ну и ладно. Все, Оля оделась. О, какая она. О, одна уже красотка почти. Кому она говорит? Чё, ну-ка, Оля, повернись сюда. Нет, может, вот эту штуковину вид можно свой снимать? А, идите. Все равно никого нет. Дима, не будь подсматривать. А я могу подсматривать? Оправь этот хопс. Пусть юбку поднимет. Нет. Для вас нет. Нет, я тебе несу. А зачем? Что там, Лена что-нибудь писала? У вас там концерт, что ли? Нет, у нас фотосессия. Сейчас будет фотосессия для модельного агентства Ари Звановой. Салам алейкум. И вам привет. Сейчас скоро будет что-то такое. Это у нас Саша стоит. У Саши очень красивый левый глаз. И красивые волосы. Вот. Что там? А? Вот Оля с очень красивыми глазами. Познакомиться. Как можно с вами познакомиться? У Саши есть жених. Ее фотограф Глеб. Он ей не разрешает. Вот. Оля, как с тобой познакомиться? Как хотите, так и знакомьтесь, да. Кто там еще у нас есть? Маленькие, с тобой хотят познакомиться. Как с тобой познакомиться, спрашивают. Да. Вот. Я очень злой человек. Она злой, да. С ней не знакомьтесь, не советую. Саша, или с тобой все-таки можно познакомиться? Привет, Айгуль. Ирина Сафина. Да, вот, привет. И тебе привет. Начинаем. Мы находимся в кафе Чайн Саунд, да? Чат-хаус. Чат-хаус. Карла Маркса 33. Карла Маркса 33. Такой вот стильный кафешечка такая.
Вот мы ходим, тут всякие штучки, тут старинные шляпки. Вот прекрасная Оля стоит, греется у камина, позирует, замерзла она. Ирина, как там фамилия, имя, отчество? А, это вы с кем-то переписываетесь? Сафронова не фамилия. Красивая модель Оля, но ее конек, у нее очень красивые глаза. Тут у каждой модели есть свой этот, что-то свое. Очень. Оля, тебе пишут очень. Вон там вышла лиса у нас вдалеке. Попробуем ее приблизить. Не получается. Почему перископ? Ножки. Сейчас ножки она подвигает. Вот снимает наш... Айгуль снимает. Очень сильно снимает, что продырявило коленки. Вот он, дырявые коленки. Это модель, не модель. Ну, это как бы, не знаю, вы что имеете, модель, не знает, как стать. А у Рины Сафронова пока ждут. Эй, Владимир, не ходите, уйдите оттуда все, Лиса, Елена. И подсказывают. Ну, и руководят. Ну, не всем давно быть моделями-то. Там вот есть другие вот модели, вот, которые... Какой показ? Это не показ, это... Как это правильно называется? Ну, вот сейчас что показ, не показ, что это такое? Это фотосессия рекламная для магазина «Стиль». Это, да, магазина «Стиль». Российской 60. Привет из Стерлитамака, привет из Уфы вам. Вот. Очень стильная одежда из Италии. Прекрасная девушка Юля. Юлю сейчас я покажу. Вот она, Юля наша. Вот. Она там продает очень красивые штучечки, вещички. Очень красивые сумочки там есть. Что еще там есть у вас? Ну, все есть, по-моему. Да. Я с женой разошелся. Ну, вот. Не надо было расходиться. Оля. Еще? Ты, говорит, неуверенно позируешь. А скидки спрашивают. Скидки бывают? Да, скидки бывают там. Очень заманчивые и красивые скидки, да. Что делаете? Что делать-то, дайте совет. Ну, я не знаю, что, разошелся, ищи другую жену. Что вот совет просит человек, говорит, я разошелся, говорит, дайте совет. Что ему можно посоветовать? Разошелся? Да типа там писал кто-то, да, типа разошелся с женой, что делать? Ну, я ему посоветовал искать другую жену. Конечно. Вот. Ну, или, я не знаю, мириться со старой женой. А, вот помирись, пишет, да, можно помириться. Вариантов вообще море. Можно мириться, можно не мириться. Можно искать, так, здесь найдешь жену модель. Да, вот здесь найдешь жену модель. С распущенными волосами, думаю, в
фото лучше получится. Не знаю, тут как причесочки делали. Специально стиль. Остаться холостым, да. И остаться холостым тоже. Вот сейчас других девочек показываю. Вот. Милена Башлыкова это. У нее... ВКонтакте еще. И ВКонтакте. Девочки с фотки. У Милены очень красивый лоб. У Саши идеальный, у нее идеальный. Да, у меня голова овально длинная. Да. Привет девчонкам. Вам привет. Привет. Да. Вот. У Саши очень красивый левый глаз. Давай показывай свой левый глаз. Чарующий. О, чарующий вообще. Кто увидит ее левый глаз? У Лисан. А что у Лисан самое красивое? Нос. Ушко. Какое прекрасное ушко. А нет, а щечки. Мне нравятся у Лисан щечки. Платье супер. Привет, девочки. Привет вам, девочки. Если вы уфе, заходите к нам сейчас. Да. Да. Если... Мне не платили. Сама будешь принимать. Фамилию Сашу можно? Твой спрашивает фамилию. Спрашивает. Не знаю, кто это спрашивает. Я не знаю, кто спрашивает. Тут. Я тоже хочу. Равиль, да, блин, не успел почитать. Вот девочки селфятся. Вот кто тут вам больше нравится? Вот, беленькая с блестя. Альберт зовут его. Саша, Альберт спрашивает тебя. Альберт, какой у тебя есть знакомый Альберт? Мне говорит, нет знакомого Альберта. У нее есть Глеб. Ее личный фотограф. Вот. Это ваш сын? Где? Глеб? Глеб это фотограф. Фамилию можно? Можешь сказать фамилию ему твою? Нет, говорит, не надо. Ну вы главное на меня подписывайтесь, подписывайтесь. Да, вот подписывайтесь на Милену. А селфи, да, селфи. I am from с Америки вам. Вам с Америки кто-то пишет, что-то передает, какой-то привет. Вот красивые ножки. Как будто бы. Раз, два, три. Ага. Эй, татарские чики. Тут татарских чик нету. Да. Сейчас мы его, он что-нибудь напишет, мы его забаним. А вот лайки ставят. А какие там? Тут beautiful girl. Саша, если не татарские, то в Башкирии есть башкирские. Но не чики. А девочки, и они не башкирские. Лайки. Да. Чем больше лайков, тем больше, не знаю чего, чего-то. Ответь. Ирина Сафина, ответь, тебя просят что-то такое. Подписывайтесь, так надо сказать. Моя родина Уфа, только я там не был. И Милена Башлыкова. Вот. Такая нежная, да? Родина родителей. Это Альберт, наверное, пишет, я так понимаю. А нет, Алекс Гиф какой-то. Вот. Подписывайтесь под Милену Башлыкову. Вот. У нее очень красивый лоб. Это, да, так и запомнил. Это та девочка, у которой красивый лоб. Да, та девочка, у которой красивый лоб. Будь моей женой, тебя спрашиваю. Альберт, это Альберт или не Альберт? Альберт или не Альберт? Дайте мне татарок. Нет у нас татарок что-то. Почему-то нет татарок у нас. Почему нет татарок? Айгуль у нас есть татарка. Вот. Ты не татарка? Сейчас, Милен, какие лучше? Не, я уже жена. А, она уже жена. Ирина Сафина, да, уже жена. Саше пока еще не разрешают жениться, замуж выходить.
Да, у нее же есть Глеб. Она его очень сильно любит. Она ему всегда подмигивает левым глазом. Найдите мне жену. Да ищи сам, как тебе тут найдешь жену? Да, хоромы, говорит, там есть у тебя? Давай поженимся, Роза. Вот, две жены даже сразу. Я не отдам замуж. Фоткай. Я все. Фоткай, не отвлекайся. Йонси. А у лба есть парень? Как, у какого лба? А, у тебя что? Нифига себе. Нету, наверное. А что, меня убрать? А, я думал, ты селфи делаешь. Красная дорожка. Да. Милене Башлыковой тоже пока замуж еще не разрешают. Да. Да. Меня мой папа убьет. У нас фотосессия в неделю по несколько раз бывает. Где модели-то? Не знаю. Меня с этой люблю. Смотря какие ты модели имеешь в виду. Вот опять Сашин красивый глаз. Саша, ты негричанка? Да. Сколько лет девочкам? Девочкам лет от 15 до скольки? 40. До 40, да. Я лет капец. Вот Милене 40. 45. 45, да. Будет через лет 20. Нет, независимая. Через... Я независимая женщина, живу с 25 кошками. Да, кошек. Она любит очень кошек. Продюсируешь их. Нет, не продюсирую. Ну, какое там имя? Что-то кого только не знаю. Это модельное агентство А. Резванова. Никто тут никого не продюсирует. Модели обучаются. Оператор, почему вы злой? Я не злой. Вы пишете просто... Когда пишут ерунду, я всегда отвечаю адекватно. А, я тебя не снимаю. Твое имя. Блин, чье имя-то? Милена, Саша. О, там что-то попадает. Это не то. Это вам нельзя. Вот красненькая Милена, беленькая Саша. Вообще такие вот. Кто скромненький? Саша очень скромненькая, да. Найдите мне жену. Да, блин, ты сейчас это забаню и будешь сам искать другому этому. Там ничего не видно. Пусть разденется на камеру. Говорит, пусть разденется на камеру. Вот, Милена, не раздевайся. Ни в коем случае. Она, конечно, очень хотела раздеться. Да, скоро будет башкирский журнал «Playboy». Оля придумала... Да, она будет редактор и будет первая на обложке Playboy'а башкирского. Да не о чем, ну это тебе надо забанить. И смотрите, если не нравится, да. Вот правильно, пускай не смотрят. Это просто тролли. Они везде, они ВКонтакте, они в Перископе. Какие классные бусики у Милены. Вот бусики. Но бусики — это не самое классное, что у нее есть. У нее есть классный лоб. Вот смотрите, да. Вот. Я вам заплачу деньги, тебя тоже надо забанить. Ты что заколебал? Найти жену. Сиди ты. Как баба, рот закрой, тебя тоже надо забанить. Ну-ка тебе детский. А, ты меня что спрашиваешь? Тут как бы трансляция это не обо мне, а о девушках. Им глаза по очереди оценю. Глаза. И лоб. Лоб, главное лоб. Святой лоб. Да. Смотри. Не привязанная шляпа? Саша. Ты негричанка? У тебя нет родственников в Греции? Ну что это Греция? Не знаю, что-то я так смотрю, и мне что-то такое греческое напомнило. Спасибо, я русская. Ну мало ли, может, у тебя бабушка была гречанка. Саша. Я
тебя бабушка ВКонтакте есть? Ты дружишь с бабушкой ВКонтакте? Нет. Нет? Нету бабушки ВКонтакте. Нету? Почему? А что ты ее не зарегистрируешь? Не надо, не надо. Греческий салат. Поцелуй Сашу в засос от меня, ладно? У нее есть Глеб, ее Глеб поцелует. От тебя. Вот сейчас покажем вам съемку чуть-чуть. Так, против света плохо видно. На свет очень хорошо. Покажи, как там фоткают. Вот. Пока вот не фоткают, пока творческий поиск. Как лучше поднять ногу. Вот. А подпрыгивать не будет? Раз, два, три. Нет, подпрыгивать не надо, это очень долго тяжело. О, лицо вообще нравится, идеально прям. Попроси, чтобы добавили сексофотосессию просит, чтобы добавили. Как? То же самое делает. Лисан, секса давай, секса, больше секса, излучай секс. Излучатель секса у нас Оля. Она будет выпускать российский плейбой, ой, башкирский плейбой. А уже пикапнула, уже, вот она уже пикапнула мальчика. Я да. Уже на цепи все. Да, он уже все зацепленный. Давай, Оля, расскажи. Да, я следующий уже, я боюсь уже. Это, давай, что ты там про башкирский свой этот плейбой расскажи. Короче, будет о том, что будет голая девушка, и на ней, короче, башкирский воротник, как будет с монетками. С монетками, да. И она будет сидеть пить кумыс. Кумыс пить, да. И совершенно голая. Да, еще будет на себя вливать. Это на обложке будет, да? Да. Ну, ты же на обложке будешь, значит, это ты. Я буду. Давай, предлагаю сейчас начать тренироваться. Вот где-нибудь уединимся на столик на какой-нибудь. И начнем, да. Есть помощник, вот. Клевая, тебе пишут, клевая это. Да, у Оли очень красивые. Что у тебя, глаза вроде, да, нет? Оба глаза. Саша, один глаз красивый левый, а у тебя оба. О. Покажи хоть сосочек, что ли, Оля. Да, иди в другую трансляцию, тебе там что-нибудь покажут, может быть. Это Милена. О, нифига там вход, что ли? Тебя видно. Открывайся. Во, кстати, а что такое, что за комната? Давай посмотрим. Тут кинотеатр целый. О, нифига, тут можно спрятаться, короче. А почему переодевай? Можно там переодеваться же было. Но. Привет с Москвы, привет. Да, с Уфы, вам тоже привет. Саша, передай Москве привет. Москва, привет. Саша хочет. Саша хочет Москву. Но у ней пока нету разрешения. И не есть? Какого разрешения? Ей нужен жених с Москвы. Ей жених с Москвы, кстати, нужен, да. Что? Все за меня решили. Хотя у нее, конечно, есть жених. Ее персональный фотограф. Но она, возможно. Саша, мама это увидит. Что? Мама, не, слава богу, нет. Мама у тебя не сидит в перископе? Нет. Сидит? Нет. А что ты ее не подсадила? Саша кушает морковку. У нее диета такая. Морковку она режет поперек, чтобы вырасти. Да? Вот. Так, надо протестировать ее, прежде чем жениться. Тебя надо. Что ты умеешь готовить? Спрашивает. Да. Яичницу. Макароны. По-флотски, наверное. Куда ты пошла? Ко всем она пошла. Вы ее застесняли. Милена,
Ты что умеешь готовить? Как это ничего? Ну хотя бы крошки умеешь насыпать? Крошки от хлеба. Борщ. Борщ тебя спрашивают, умеешь? Борщ. Да, она останется старой девой. С 25 кошками. Кофе в постель. А кофе в постель умеешь? Оля, ты что умеешь готовить? Она все умеет, да. И пироги. Я впечатлен. Девушка, которая будет на обложке плейбоя башкирская, она должна уметь, обязана готовить все. Хотите? А подожди, а что все переоделись-то? Эй. Себя в сливках. А себя в сливках. Это в сливках будет она в плейбое. В плейбое. Зачем над девочками издеваетесь? Блин, Оля, над тобой издеваются? Ну что, не переживайте, все хорошо. Да, Оля выживет. Над ней издевались визажисты, прижигали ее плойками, брызгали лаком в глаза, тыкали какими-то штучками в глаз, короче. Щеки там натирали какой-то этим, не знаю, чем натирали. Это, а чего ты не сняла всех сразу в куче? Оля сейчас уже переоделась. А вот поставь, да. Лисан, ты что умеешь готовить, спрашивают тут. Что я умею готовить? Да. Легче спросить. Пускай кофе. Все можно научиться готовить по рецепту. Да, она все умеет. А, ты можешь сделать с коктейлем вроде. Потом знаю, когда я знаю. С коктейлем. Не знаю, что за коктейль. Коктейль умеешь сделать? Коктейль? Да. Да. А почему фотосессия не в купальниках? Купальник? А. А что? Я, может, Лисан хотел. Он интервью берет. Да. Модель, привет. Тебе привет, Лисан. А как называется ваше модельное агентство? Модельное агентство Ари Звановой. На груди коктейль, надпись. Где коктейль, надпись? У тебя на груди нет уже надписи? Нету. Что-то вы не туда, не то увидели. Тут никаких надписей нету. Может, где-то надпись? Коктейль. Вот чат-хаус у нас находится. Какой адрес? Карла Маркса 33. Белье от какого бренда? Белье, это не белье, это одежда как будто бы. Белье от какого бренда, спрашивают. Вот, вот от этого. Сколько там моделей Рай? Это еще мало тут. Бывает, они, блин, почему так не, это, не фокусируются? Не знаю. Это, нет, держи. Так, потом. Вот показывает. Барбара. Это наши визиточки. Да, это вот визиточки одежды. Салон стиль. Нажми на экран, нажал. Ничего не получается. А, нажал, он сейчас перевернется. Ой. Вот. Это Юля. Вот с визит. А может вот так вот лучше будет, кстати. О, кстати, вот это будет. А почему наоборот? Это зеркально как будто бы. Ну ладно. Неважно. Это адрес. О, а что я сейчас снимаю? Что это не переворачивается? Не переворачивается? Да. Ну вот, заклинило. А вот расклинило. Вот Даша. Где вы модели? У нас проходят кастинги. Девочки приходят обучаться. Вот это Юля. На Российской 60 находится офигенный бутик одежды. Как он, бутик правильно называется? Салон стиль. Итальянский стиль, да. Так, с визитки была серое платье, майки, надпись. А, надпись коктейль. Все, понял я. Сейчас я ее покажу. Вот, приходите в этот магазин. Цены очень демократичные, приемлемые. Будут обязательно скидки от Юли. Вот, говорите, смотрели перископ в чат-хаусе, и вам будет скидка.
Я правильно говорю? Правильно. Вот. Так что вот так вот. Коктейль, коктейль. Оля, у тебя на этом написано коктейль, что-то у тебя хотят. Чего хотят? Ну, у тебя коктейль написано. Вот там. А, да, вот. Юля красивая. Оля, то есть Юля, говорю. Да вы... Не ты. Ну, вообще... Это вот тут пишут, Оля красивая, вот смотри. Ну, вот. Да, спасибо. Спасибо, Оля говорит. Тут какая-то внештатная ситуация. Ремонт ноги. Ремонт колгот. Ремонт, допустим, я хочу быть моделью. Что нужно сделать? Прийти на кастинг. Ну, ВКонтакте найдите группу модельное агентство Ари Звановой. Спишитесь с директором, и ну, там дальнейшие действия вам уже будут понятны. Можете найти на сайт. Вот, ремонт произошел удачно. Все, можно операция. Дальше. Операция, да. Не ногу там. Что там, колготка порвалась? Тоже хочу быть моделью, чтобы стрелка не пошла. Правильно, наверное, да. Вот, кстати, когда ногу показывали, что-то людей прибавило. Да, ногу-то. У тебя нога, наверное, очень привлекательная. Стрелка засохла? Да, можете потрогать. О, засохла. Все нормально. Можно дальше. Это была Даша. Вот. Даша у нас. Даша, что у тебя самое красивое забыла? Кто мне красивый? У тебя самое красивое. Все, у нее все красивое. Да, так что. Это. Какой у нее рост? Какой у тебя рост? 170. У Даши 170. Плюс каблук 10-8 сантиметров. А я 178, это хорошо. Ну вот, найдите ВКонтакте группу, там как бы, ну там все есть про вот этот, в 14 лет, ну в 14 лет тоже вот у нас девочки есть 14 лет. Но Даша уже взрослая, ой, Даша, тебе ей не 14, она уже пенсионерка. Пенсионерка, да, вот одна пенсионерка. Вот другая пенсионерка. Ей 45. 45, правильно, да? Да, да. А рост какой? Какой у тебя рост? Я ничего не знаю. 170. Да, она мелкая, не, метр с кепкой. Ее спасают только каблуки. Вот у нас Лисян, она самая высокая в данный момент. Она выше меня. Она прошла... И вот, вот она выше. Она... Самая-самая высокая. Какой рост? Александр, ты какой у тебя рост? Метр восемьдесят? Метр восемьдесят, да. Плюс каблук 10 сантиметров. Метр девяносто. Вообще. Вот у ней клетчатое платье от Ма... Ой, ну, горошечное. Я тоже хочу 180. Морковку кушайте. Кто хочет большой рост? Лисан, что? Морковку надо кушать, чтобы большой рост был. Что надо? А, да, родителей высоких иметь надо. И все-таки кушать морковку для роста. И капусту. Капусту тоже надо кушать? Капусту нет. Капусту нет, не ешьте капусту. Да, только морковку. А, еще можно, да, Лисан на ночь привязывает себя к турнику. И висит, спит, спят в висячем положении. Да. Вот, Лисян, ты хотел рассказать, что ты умеешь готовить. Да. Умеешь костыбы готовить? С утра пораньше тоже вам не спится. Вот такой вот у нас это. Почему ты не с тени спится с утра, Лисян? Да, у нее фотосессия. Вот, она... Так, блин, кто тут булькает у меня? Ну, нет, что ты умеешь готовить, так не рассказала. Плов она умеет, она офигенный плов. Рагу. Рагу умеет. Что еще? Пельмени. Мясо по-французски. Вот, она вас всех приглашает на свою, как бы это, как сказать, кулинарный...
кулинарные изыски. Да. Но я постараюсь испробовать первым это все, и потом я вам расскажу. Фотосессия-то уже началась, он там где-то, где-то они не ходят вот там, где-то кого-то фоткают. Нет, а подожди, а сейчас не будет это общая какая-нибудь фотка? Так, покажи фотосессию. Да, сейчас иду я вот сюда. Вот. Вот кривой фотограф. Включай перископ, как попробуешь, если выживешь. Да, обязательно подписывайтесь, и будет это. Вот фотограф у нас довольный. Показывает, как модель позирует. Как модель позирует. Это Милена. А во, я тоже там. Меня тоже видно. Всем привет. О. Но Милена, она супер-пупер профессионал. Модель, на, модель за фото платит. У нас в России такого, как бы, ну, очень отсталая, скажем, модельный бизнес. Так надо говорить. Где-то платят, да. Платят, когда заказывают журналы. Миллионы долларов. Они, не знаю, в рюкзачках своих маленьких не могут эти доллары унести. Вот у Милены постоянно эти доллары, она их типа для своего удовольствия. Ну да, для саморазвития, как бы. Ну, во-первых, девочкам нравится быть на обложках журнала, допустим. Просто красиво. Просто ВКонтакте выложить даже красивую фотографию. Как бы тут в модельном агентстве предоставляется. На каких журналах? На каких журналах? Ну, наши уфимские журналы, там Fashion One, Стольники, там Свадебные. Ну, короче, много всяких вот этих. А еще модели. Позитивная. Милена, ты позитивная. Деньги некуда девать, нет. Короче, нет, ты позитивная, говорит. Вот так, ну прям прикоснуться туда и стоять. Порно. Ты не туда. Ты да, видишь, вот, с этой стороны около него. Что? А может даже простая стоять. Никто тоже там не зайдет, там люди спят еще. Вот покажем Миленины длинные ноги. А может не сюда будете смотреть, допустим? Или куда-то, куда-то. Вот другие сами себя, сами себе фотосессию проводят. Длинные. Длинные что? Вот люди ходят, проходят на улице, смотрят. Какие-то чувачки, шляпа. Вот это я не знаю, что, свитки какие-то с чем-то. И вот вам фотосессия. Вот чувак увидел девочек и зашел. А нет, он работает тут. Припаркованных машин нету, пустота. Тут стоит знак, и тут эвакуатор, как бы, очень резко. Тут стоит только припарковаться, не успеешь выйти, тебя уже эвакуируют. Вот. Так что вот так, сейчас я даже постараюсь выйти на улицу. Возьму сигареток, покурю. Вот опять у нас Оля. Оля сняла свой коктейль, который у ней был написан на груди. Зачем ты? Зачем ты сняла, Оля? Коктейль. Да, общая фотосессия. Приехать, посидеть, кофе попить, живую посмотреть. Конечно, можно. Но только вы пока приедете, уже, наверное, закончится все. Пожалуйста. Да. Вот подписывайтесь, когда у нас будет еще фотосессия. Вот костерчик тут горит. Такой какой-то. То всегда можно поприсутствовать. Приостанови процесс. Так, все заканчивают сфотографировать. Вот даже фотограф убежала. Все, приостановлено все. Давайте, выезжайте. Милена, к тебе уже едут. Милена. А, фотограф фоткает вот оттуда, кстати. Пытается что-то. Вот она хочет ее сфоткать. В окошке. Прямо впритык, если будет видно. Вам надо вот как-то сюда прямо встать. Да, еще ближе.
Вот сидит Оля. Вот у нас Юля. Блин, я все время забываю, как магазин называется. Салон «Стиль». Да, салон «Стиль». На Российской 60. Вообще офигенный салончик. Просто, ну, не знаю, я зашел, жена у меня зашла. И оттуда еле-еле выковырил. Вот. Все, говорит, куплю, говорит, все цены, говорит, такие. Все красивое. Да, сумочку меховую. Она вообще там, сумочку меховую, аж и во сне снилась сегодня. Вот. Есть очень офигенные. Нет, они по-другому называются эти. Руки суют куда? Буфта, да, муфта, вот. Меховые муфты. Так. Что там у нас дальше? Так, вот Дима закончил. Дима, я уж тебя не буду спрашивать, что ты умеешь готовить. Ты лучше скажи, что ты умеешь есть. Допустим, для тебя приготовят кастыбы, съест, пельмени, съест. Оля, что ты приготовишь для Димы? Ты его пикапнула вроде? Как бы. Да, Дима. Борщ. Оля приготовит для Димы борщ. Украинский. Дима рад до безумия просто. Вот. Саша скромно стоит в сторонке. Она думает, что будет готовить для Димы. Саша, что ты будешь готовить для Димы? Она в поиске еще, да, в творческом поиске. Кроме борща, Оля, что ты будешь готовить? Что ты будешь? Макароны? Нет. Да, Дима готов, Оля, ради тебя все съесть, я так думаю. Да. А ради меня жениться готов? Дима, что ты готов ради тебя? На все готов. Дима готов на все. Оля, Дима сейчас тебе в прямом эфире вообще должен сделать, по сути, предложение. ЗАГС тут недалеко, где-то рядом. Можно сходить, подать заявление. Дима, ты не против же? Нет. Вот, Дима за. Оля согласна практически. Получу. Так, в каком розовом? В розовом красивое. Да, в розовом красивое. Вот, Оля уже с Димой практически жених. 10 минут осталось, ради того, чтобы меня забрать. Какие? Туда. Что за 10 минут? 10 минут еще. Я буду. А, в ЗАГС? Вот, они уже в ЗАГС думают. А куда вы поедете в свадебное путешествие? В Амстердам. В Амстердам. Дима, ты не против в Амстердам? Дима не против. Саша, ты будешь их свидетелями? Саша согласна, да. Вот. Саша еще рано замуж, и мама не разрешает. А ты у мамы спрашивала, кстати, может, и разрешит тоже? Мало ли нельзя, может, и мама скажет, все, дочка, давай, ты уже надоела, короче, давай замуж. Давайте тоже мужа найдем. Вот, смотри, прекрасный бармен. Вот, как зовут? Сергей. Сергей, вот, это твое самое любимое имя же мужское. Да. Вот, смотри, у тебя вообще выбор, два бармена. Вот, один Сергей, другой, как зовут? Иван? Вот, Иван, Саша, выбирай давай. У тебя очень сложный выбор. Сергей или Иван? Глеб уже пропал, все, да? А, у нее есть Глеб, короче. Прикиньте, пацаны, облом. У нее есть Глеб, короче. Не, ну, два. Пока Глеба нет, может, это? А вот полирует. На-ка, Оля, поснимай, я пойду покурю. Знаете, кто умеет вести репортаж? Я не умею. Не надо переодеваться. Как вы смотрите? А? Как вы смотрите? А не будем, что все вместе фотографироваться? Хотели же. Мне интересно, кто смотрит. Ну, мне нравится, я похожу. Мне нравится, я похожу. Как мне не показывают? Как включить переднюю камеру? Да. А, вот.
Привет. Отлично. Нас. Не вас. Переднюю. Ну ладно. Это был намек. Ой, нет. Да, что-то пугаешься. Красивые же. Я придумала чуть-чуть. Нет, я не самая старшая. Сейчас придет, он покурить пропошел. Видишь? Нет, я вот та. Я пошла снимать дальше. Мужик в раю. Модельной походкой. Нет, меня только умоляют. Поедем в Америку? Братья медведи. Смотри, еще к мужикам подкатывают. Ну все. Оля, иди отсюда. Давай, вот. Черный пиар. Кстати, если им интересно, можно фоткаться? Было бы классно. Это как один дома. Я вчера смотрела. Как раз. Это эти куда-нибудь идут? Мы останавливаем трансляцию. Красивый пол, да? Russian people. Летящей походкой. Оля вышла за лодкой. Чё? Кто тут смотрит?